Команде соперника физкульт привет. Громко. 3-4. Стоять. Еще раз. Команде соперника физкульт привет. Повторяю для тех, кто в бронепоезде. Команде соперника физкульт привет. 3-4. Команде соперника физкульт привет. Молодцы. То же самое. Команде соперника физкульт привет. Жмем под сеткой руки. Капитаны подходят ко мне. Счет или нечет? Счет или нечет? Задача или площадка? Площадка. Какая? Объясняю правила один раз. Четвертый отряд. Объясняю правила один раз. Три человека спереди, три человека сзади. Как только вам забивают, потом вы забиваете, делаете переход. Подача подается только за линией, только по свистку. У вас есть три передачи, то есть три паса и три шага. Если двойное касание, бросок смерть. Если прижали... Евгений, выключите там музыку, потом... Есть три паса. Касаться сетки мячом можно. Руками, другими часами тела нет. Если мяч попадает в сетку, можете словить. Понятно? Алло, алло, первый отряд. Я посмотрю, как вы сегодня будете брод. Кто будет играть в ноги? Алло. Аут 1-0. 1-1. Переход. Переход. Молодец. Хорошо. 2-1. Два-два. Переход. Митро, мне нормально. Для чего я свищу, скажи, пожалуйста. Вожатая пятого отряда, немножко своих детей, ну, координируйте, пожалуйста. 3-2. Молодец. Да бросай ты скорее, господи! Четыре, два. Босс! 5-5. 5-5. 6-5, переход. Раз. 7-10. С места надо было бросать. Переход 7-10. Под сеткой не переходим, обходим вокруг, меняемся площадками. Илья, давай, давай! Играет. Если мяч писать, то назад. Илья! 1-0. Зачем пас от передней линии назад? Расскажи нам. В чем смысл? В чем смысл игры тогда?
1-0. 2-0. Вам еще гол не забивали, какой переход. 2-5. Аккуратно. 6-2. Кидай котик. Лови. 7-2. Ты можешь ловить от сетки. 7-2. Восемь, два. Пусть я пощип. Выиграл четвертый отряд. Матч за третье место. Пятый против шестого.